Приветствую, вы Бетон. А погода нормальная, сегодня тепло, я даже без шапки ходил. Сейчас, секунду. Блять, как заебали уже вот эти вот, сука, которые, блядь, звонят и говорят: «Здравствуйте, меня зовут Сергей, у нас будет мероприятие, а вот, блядь, иди нахуй, Сергей, ну чё, пиздец просто какой-то, нахера еще, вот кто еще работает, вот, я не понимаю, кто еще вот работает с этими телефонными обзвонами по рекламе, там еще чему-то, ну вот вы чё, серьезно, что ли?» Блять, 21 век на дворе, какие нахер телефонные обзвоны на стационарный телефон? Ну это ебануться просто. Просто жесть. И они еще реально считают, что с ними кто-то будет разговаривать. Только пенсионеры, может, какие-то.